Всем привет, с вами Crypto Today. Сегодня хотел бы вам рассказать про выдающуюся команду от BitScreener. Собственно, вот это такая большая дружная команда у них. Ну, начнем, собственно, по каждому пройдемся. Здесь таких из именитых людей. Дэвид Ньюэн. Доктор философии штата Орегон, США. Занимался компьютерной инженерией. Более 12 научных публикаций. Кванг Хаонг. Учился в университете FPT во Вьетнаме из бакалавра. Собственно, он является software инженером. Лучшая у него также была студенческая премия в университете FPT, которая награждается только один раз в год для одного человека. И, собственно, он ее получил в 2015 году. Далее идет Томас Болейер, ведущий по развитию бизнеса. Он также является руководителем коммуникации MicroJobs, GmbH, разбирающийся в Мюнстере, Северный Рейн, Вестфалии, Германия. Анх Ньюен, магистр из университета Денвера, США, также является софтвер-инженером. 4 научных публикации по интеллектуальному анализу данных. Хайп Хам, бакалавр из Наньянгского технологического университета, Сингапур. Занимался компьютерной инженерией, более 15 лет работал в технологических стартапах. Хали, магистр делового администратирования из Вьетнамского университета торговли. Управляющий бизнесом, более 5 лет работал в финансовой сфере. Хуй Тран, бакалавр из университета FPT, Вьетнам. Разработка программного обеспечения. Также получал премию ACM Asian Award в 2017 году. Можно также ознакомиться действительно с сертификатом. Вот он, Кванг Хуй Тран. Собственно. Далее идет Ханг Ньюен. Получение степени бакалавра во Вьетнамском национальном университете во Вьетнаме. Она возглавляет группу данных и контента в BitScreener. Анг Туан Ли. Бакалавр из университета FPT Вьетнам, софт-инженер, и также получал премию ACM Asian Award в 2014 году. Собственно, также можно ознакомиться. Вот он здесь самый первый, Туан Анг Ли. Сертификаты немного отличаются, но и, собственно, год выдачи тоже разные. IBM, Event Sponsor, собственно. Ну, это не слабо, конечно. Собственно, все люди сильные. Software инженеры в большей степени, конечно же. И вообще инженеры компьютерные. Ну, давайте пройдемся по консультантам их, которые тоже немаловажны и участвовали в сильных проектах до этого. Джон Энги является основателем Signum Capital, венчурного фонда, специализирующего на ICO. Он является советником многих известных крипто-стартапов, включая MisaGo, Kyber Network, Zilliq и Tanks. Ну и дальше. Ну, это на самом деле все сильные проекты, все дали иксы. Вот Kyber Network только в начале, ну, из всех этих, по крайней мере, он не так много дал, но все равно он вышел с иксами, и там вроде 3 икса было, потом он резко упал, и я участвовал в ICO. Ну, вообще все на самом деле сильные проекты, в любом случае, все достойно выстрелены. Джаред Политес. Джаред Политес является генеральным партнером Block Team Ventures. Джаред обладает огромным опытом консультирования различных стартапов блокчейн, включая Elastos и Patron. Окончил BBA от Austin и диплом магистра в области финансов от наук по Paris. София Хахо. София является генеральным директором Crypto Stories в Мюнхене, Германия. Глобальный бренд, который строит предприятия в сферах ICO и криптоанализа. София консультировала несколько запусков блокчейн, включая Dark Matter. Кстати, о Dark Matter я выпустил видео сегодня буквально как раз тоже. Ну и, собственно, она тоже является сильным человеком, тем более работает в Германии, где легализовали криптовалюту, и она как раз в сфере ICO.
что не может не радовать, конечно же. Ну, продолжим дальше. Октавио Падилья, член консультативного совета по регламентирующей целевой группе по криптовалютности и блокчейне, собственно, в Мехико, Мексика. Активно является соучредителем Санхара и Бактун, Zeros of Honor, а также советником для различных проектов блокчейн и разработок финтех. Также Понг Ли, доктор философии от университета Пау Пей де Адур во Франции. Его опыт заключается в криптографии, кибербезопасности, а также новой технологии блокчейн. Ну, как вы можете видеть, команда с огромным опытом. Что касается ICO, то оно уже подходит к концу. У вас также есть немного времени участвовать в этом проекте. В принципе, проект очень перспективный. Есть готовый продукт, есть также большая аудитория, высокие оценки, также их приложения. Но по мне, так проект очень перспективный, и мимо него лучше не проходить мимо. Ну, собственно, на этом все. С вами был Crypto Today. До скорой встречи. Увидимся.